вы те же чувства, что очень многие из нас, а может быть и все. У нас ощущение, что Россия тяжело больна, может быть, даже смертельно больна. И смотреть на это и ничего не делать, ну, это психологически очень тяжело. Мы можем и должны помогать тем, кто в России, кому плохо, в первую очередь политзаключенным, людям, которые за свои убеждения или просто потому, что репрессивная машина пошла в разнос, оказались за решеткой. Мне кажется, что ключевое слово для нас, для всех сегодня — это солидарность. Мы сейчас находимся в ситуации, когда в России уже много политзаключенных. По подсчетам мемориала около 1000 человек. Я хочу напомнить, что даже в брежневские времена политзаключенных было, если я правильно помню, 280 человек. То есть сейчас уже там в 4 раза больше это число увеличивается. В книгу попало 72 человека. Это меньше 10% заключенных. Вот. И у них есть два качества, на которые обращаешь внимание, когда читаешь подряд этот текст. Это очень важно. Во-первых, у этих людей пониженное чувство страха. Это видно. То есть вот это вот, что ли, смелости там гораздо выше среднероссийского показателя. И во-вторых, это все люди, которые не ограничиваются личным интересом, которые смотрят вокруг, смотрят вверх, смотрят в небо. То есть это люди, которые хотят изменить жизнь. Вот. И по двум их параметрам видно, что это не самые плохие люди Российской Федерации, а может даже наоборот самые хорошие.